представляешь, такие полотнища рисуют. Нигде ни одного дня не учился, ни в школах, ни в училищах, ничего. Вот, видимо, бросит Аллах Божий года человека, и человек вот так, и вот уйдя на пенсию, она у тебя будет вот такая же счастливая, как у твоего педагога Елены Петровны. Я даже забыла, что я работала в садике. Пишу десятые книги «Надежда» о павлицах. Вот настолько одаренные, уже просидел 4 поколения, 70, 50 и 30, уже дети, понимаешь? И вот именно уйдя на это, на пенсию, ты становишься в том плане счастливым, что ты никому не подвластен. Ты пишешь, делаешь, рисуешь то, что от тебя заходит. Понимаете, господа? Это великое счастье. Вот еще не столько началось, пока кувыркались, кувыркались, Балах насобирала. Ты представляешь, 10 вот таких ламинированных цепей. Это вот дар, это наш метод обучается. Вот у нас 20 лет расстояния города Балах. Статуса. Города, поселок, помнишь, начальник был, откровенный город. Так что, я всегда говорю, не важно, где человек живет, работает, главное, что он делает. А я тебе говорю, вам. Вообще, приезжай сюда, поле пускай, дети пускай, остальная им. Им говорят, молодежь любит город, шум, все. А ты к родителям, будешь к родителям. И тут ты прям пойдешь в лоно природы, вот у нас было очень много приважек. Спасибо, Елена Петровна, как всегда, с таким воодушевлением, так эмоционально, так приятно. Очень приятно всегда вас слушать. Спасибо. Ну, сейчас, наверное, мы познакомимся с вашей мамой, Наилей Ахметовной. Такого чудесного нам